день всем, кто смотрит это видео. Меня зовут Алия, и я хочу поделиться с вами своими впечатлениями от прохождения марафона женственности Ольги и Алексея Валяева. Я проходила марафон в потоке возвращения к себе. И проходила его в июне 2017 года. Это был сложный для меня жизненный период, связанный с болезнью близкого человека и расставанием с молодым человеком. И я хочу рассказать о том, что марафон раскрыл во мне заново, как вдохновил, как поддержал, что помог вспомнить, и каким инсайтом я пришла во время прохождения этого марафона. Первое и самое важное – это о том, что во время бед, сложностей и проблем очень важно следить за своим чувством наполненности и искать новые способы поддержки, вдохновения себя, а не наказывать себя еще больше, отказываясь от простых радостей. Я ощутила на себе, насколько полноценна помощь из изобилия, а не из чувства долга или из чувства жалости. Второй мой инсайт о том, что насколько важно не откладывать свое счастье на потом и не ставить условия перед жизнью, что я буду счастлива тогда, когда случится первое, второе, третье. И ведь жизнь многогранна и быстротечна, и несмотря на все трудности, вполне возможно, что самое счастливое время – это сейчас. И нужно ценить это сейчас, ведь никто не обещал, что дальше будет красивее, веселее, светлее, ярче. Следующий мой инсайт – это насколько важно находить радость в мелочах, начиная от аромата цветущего цветка, расцветшего цветка, заканчивая радостью от встречи с подругой. Не считать все это обычным, привычным и положенным тебе по определению. Следующий мой инсайт касается того, что я теперь наконец знаю ответ на вопрос, что же ты чувствуешь сейчас, Алия, какие эмоции испытываешь. Ведь до этого привычнее мне было сказать просто «ну плохо мне» или «ну хорошо». А сейчас я не боюсь признаться в себе в том, что я испытываю иногда негативные эмоции. И я способна понять их, принять и уметь с ними справляться и переживать, а не закапывать внутри себя. Ведь негативные эмоции, по большому счету, созданы для того, чтобы очистить сердце, а после ощущать наиболее полно позитивные эмоции. Следующий мой инсайт касается комплекса хорошей девочки от самого рождения. Я теперь умею говорить «отойди, ты делаешь мне больно» тогда, когда мои личные границы нарушаются, пусть даже самыми близкими людьми. Следующий инсайт о том, как важно говорить «люблю» и «мне так хорошо с тобой» каждый раз, как только ты это чувствуешь, и не откладывать это на потом, и не бояться сглазить, перехвалить или показаться сентиментальным. Ну и крайнее, что я хотела бы сказать, огромное спасибо Ольге и Алексею Валяеву за идею марафона. Спасибо Алексею за идею создания сайта, он прям как отдушина в последнее время. Спасибо Ольге за ее искренность и за то, что она щедро делится знаниями. И спасибо всей семье Валяевых и самым-самым маленьким членам семьи за то, что они постоянно вдохновляют. Кроме того, я хочу искренне поблагодарить своего куратора Оксану. Именно она смогла настроить фокус моего внимания в правильном направлении, что помогло мне пройти марафон максимально эффективно. Кроме того, благодаря знаниям и тому, чему она меня научила, у меня получилось ориентироваться в экстремальной ситуации и выйти из нее наиболее эффективно и с наименьшими потерями. Хотя привычнее было бы биться в истерике в этот момент от встречи окружающих и беспомощности себя. Спасибо большое, Оксана. Ну и крайнее, что я хотела бы сказать. Не люблю, в принципе, рекламировать или навязываться, но если меня спросят, рекомендую ли я марафон, я однозначно отвечу «да». Я видела, что марафон проходит девушки, женщины разных возрастов, в разных жизненных ситуациях. Кто-то проходит его, будучи беременным, и это помогает им наиболее полно ощутить это счастье.
кто-то проходит его для улучшения сложившихся отношений, кто-то проходит его для того, чтобы найти свою вторую половинку, а возможно, кто-то проходит его в таких же сложных жизненных ситуациях, как у меня. И всем марафон помогает по-своему, каждый из него получает что-то свое. И тут нет невыполнимых сложных заданий. Самое важное и самое нужное, и самое сложное одновременно – это отказаться от позиции всезнайства, довериться, пробовать, экспериментировать, искать свое и применять в дальнейшем жизни, что я и планирую. Спасибо всем большое за внимание. Желаю всем процветания и счастья. Спасибо. Пока-пока.